Сейчас мы на центральном рынке. Здесь вот такое вот разнообразие сыров. И цены на эти сыры вот такие вот. Познаем цену сыров. Разнообразие сыров довольно-таки большое. И также на этом стенде продают блинчики. И цена у блинчика вот такая вот. Масло стоит. Такая цена у него. Нет. У сметанки вот такая вот цена. Также продают творог. Масло в пачечках. Такая цена. Еще без пенс 83 евро. 88. Узнаем цену сыров. Вот так выглядит этот стенд. Но вас я не прихватила. Так.